Вениамин Кондратьев обсудил с Олегом Волынкиным основные задачи, которые стоят перед МЧС в регионе. Особое внимание уделяется борьбе с лесными пожарами. В прошлом году созданы две пожарные части, еще 10 планируют построить в ближайшие 4 года. Край у нас большой, безусловно. Начиная от лесных пожаров, которые у нас возникают, заканчивая в том числе и паводками, проблемами, когда у нас, это, как говорится, через край, иные стихийные бедствия, которые происходят по независящим от нас причинам. То есть мы должны быть готовы и к ликвидации, а самое главное, и к предупреждению подобной ситуации в той части, где мы можем их предупредить. А главное, что мы должны быть всегда готовы очень быстро, грамотно, профессионально купировать последствия, на самом деле, той или иной чрезвычайной ситуации. С точки зрения пожаров, конечно, мы должны локализовать их на стадии искры. Вот если мы это успеем сделать, то, конечно, мы не допустим возгорания, тем более массового возгорания. На стадии искры, на стадии тления быстро раз навалились на проблему будущую и ее не допустили. Вот сегодня очень важно. Поставлена задача министрам развить достойную нормальную систему антикризисного управления и работать на вопросы предупреждения, то есть недопущение развития чрезвычайной ситуации. Дополнительно по линии министерства мы сейчас будем оснащены 3 суперкомпьютерами для просчета всех рисков, которые могут возникать на территории нашего субъекта. Более того, сюда дополнительно еще направляется комплекс аудиовизации, то есть с новыми системами беспилотной авиации. До переезда на Кубань Олег Волынкин 3 года возглавлял управление МЧС по Хабаровскому краю.